Так, ну что, у кого какие идеи? Кто должен быть пауком сейчас? Ой, я не знаю. Мне кажется, будет Йоши. Дико извиняюсь, но тут видео на моем канале. Это, да. Всем привет, ребята, и сегодня наконец-то мы записываем паука именно мне. Ура! Привет, Йоши! Привет, Йоши! Привет! Да, наконец-то! И я вот уже пыталась узнать у девчонок, как они думают, кто будет пауком, поэтому давайте сейчас просто узнаем это. Поехали! Давайте! Нет, серьезно, вы видите, как Шибер висит у меня за креслицем? Это так забавно выглядит. Только ты не паук. Я не паук, да. Похоже, паук ты, да? Да. Эх, моя теория не подтвердилась. Все. Ладно. А я знаю, что Йоши, когда играет в паука, очень любит использовать спрей. Да, очень люблю. Так что, да, жди спрей от меня. А интересно, я могу паутину поставить вот прям здесь? Не, не могу. Прям где, прям здесь? Прям где я тренируюсь, у меня тренировочная база паука. Ага, не можешь, да? Не, не могу. Ну, кстати, у свинины, по-моему, ты можешь ставить вот в том месте, где ты просыпаешься. Да, я так случайно одну паутину оставила. Паутину у свиньи? Ну, в смысле, ловушка, да. Ой, ну капкан, ну да. Но мы же в паука играем все-таки. А я уж думала, что свинка научилась выпускать паутину. Это было бы жутко, согласитесь, свинья, которая плетет паутину. Боже, не хочу об этом думать. Слушайте, а я уже здесь, я пытаюсь находить новые места для своего... Смотрите. Так, если кто-то встретил гаечный ключ, то я уже... О, вот он здесь, иди сюда, иди сюда. Вот, иди сюда, да. Вот здесь. Лана. Да. О, хорошо. А у тебя все хорошо? Все хорошо. Почему ты на перила залезла? Я катаюсь. Ага, ага, понимаю. Очень, здравствуйте, очень здравствуйте. Хорошо. Очень интересно. О, ты как-то села. И правда. Так вот, у меня вот тут один вопросик возник. Почему в ванной никогда ничего нет? Всегда в ванной пусто. Ну, обманка такая, наверное. Мне кажется, это же дом. Ну, как без ванны? Просто ради интерьера, наверное. Да. Ванна в виде интерьера сидит на камине. Очень красиво. Йоши, я... Да, ой. Иди посмотри, я тут изображаю оленя. Ой, секундочку, сейчас я тут это... Ага, все, иду. Мы тут стоим, смотрим. Кстати, а сесть нельзя, да? Ну ладно. Нет, было прикольно. Я тут музейный экспонат. Здравствуйте. Здравствуйте, ты так хвостиком так... И да. Покричала, да. И... Хороший паук! Плохой паук! Плохой паук! Уйди, паук! А, это было запланировано. Опасность. Да, так, подожди, я тут хотела паутинку вообще-то. Не надо, это лишнее. Это лишнее. О, господи! Как тут оказалось-то? Ой, спасибо. Ага, так, ладно, я пошёл. Ребят, вы где? А ты уже желтый ключ нашла? А я уже все открыла. О, ну блин, себе. С каждым разом все легче, по-моему, играть. Слушайте, в эту вообще игру. Вообще все открыла? Все открыли, да. Да ладно, да, ну ребят. Ну-ка, посмотреть, как я на столе. Почему ты на стол полезла? Я пытаюсь найти новые места для обитания пауков. Смотри, красиво как. Паук. Вот, кстати. Смотрите, сейчас смотрим. Так, куда? Я не могу... Вот, я забираюсь. Два паука, это два паука! Обалдеть! А ты можешь так? Должен быть только один паук! Нет, пощади! Пощади Еву, подожди! Очень сложно пощадить, очень сложно, приходится отползать. О, классно. Так, а я могу на дверь залезть? Да подожди! Можешь. Ну-ка, не можешь? Как это получается? Я не понимаю. Не могу, вот на шкафчик. Нет, шкафчик это... Так, нет, Йоши, фу, Йоши, не трогай, я знаю, как что ты там фу? Нашел. Что это значит фу? Ты нашел оранжевый замок и дверь. И неправда, ключ. Нет. Да все правда, не, я знаю. Неправда. Да я нет. Я знаю. Не было такого. Было. Кстати, нет, ой. А вы хотите посмотреть, как пауки летают? Очень хочу, конечно. Тогда так, куда смотреть? Выходи вот с к главному стороны? Выходу. Главный выход? Да. Подожди, выход, а не вход. Выход, да. А тут один выход, вот ты только туда можешь идти. Так, я вышел, хорошо. А, отойди так, чуть подальше. И смотри вверх. Да, смотрю. Видишь, да, меня? Сейчас постою так покрасивее. Так. Да, красивее? Отлично. Смертельный Жуть номер, какая. Давай. Смертельный номер. И это было быстро, и теперь я пришла в очередь. И Лана пошла к выходу. Конечно. Иди, ешь Еву, иди.
Ой, серьезно? Ешь, да, ешь, давай, конечно, давай. Серьезно. Нет! Все, пока. Я просто не мог уйти с карты, не побрызгав тебя спреем. Надеюсь, он от насекомых. У меня, кстати, жизнь очень быстро восстановилась. Да, она в целом быстро восстанавливается на самом-то деле. Ага, какая живучая я, оказывается. Так, ну поехали еще разок, а то как-то мы да, совсем давайте, прям быстро. Давайте. Я даже не знаю, если бы я не показывала вам паучьи трюки, вы, наверное, за минуту бы убежали. Ёж, опять ты не паук? Опять я не паук. Опять скорее не паук. Всего, Ева. Ева. Да-да-да. У Евы, кстати, тоже смешной рюкзачок тут выделяется немножко. Да, а у меня хвост. Да, у вас хвосты. Ой, ну что, я пошла. Побежали. Интересно, а возможно успеть за 30 секунд открыть все и сбежать, а паук появится, и никого нету? О, слушайте, а давайте попробуем так сделать. Так, ну у меня лестница есть, давайте скоростной паук. У меня красный ключ. Ну у вас осталось 15. Но все равно мы довольно быстро справляемся, кстати. Ну да, мы так, вот тут нравится. Ключ гаечный. Ага, хватает. Бери, потому что на улице мы идем. На 30 секундах появляюсь. Да, на 25. Итак, у меня есть зеленый ключ. Отлично. Слушай, так это очень быстро. Очень быстро, свинина. Давай, ладно, мы тебя... Сам ты свинина, паучина. А сказал свинина? Да. Это уже привычка. Да. Так, я беру эту штучку. Дай. Ага. Ага. Так, все, я пошла наверх, может там тоже что будет. Так, там есть желтый ключ, я взяла ломик. Ага. Ага, а где желтый ключ? А вот, я взял. Так это официально самая быстрая свинина, возможно. Фу, какая свинина! Какая свинина, Ёши, что ты говоришь? Паучатина. Паучатина, все верно. Так, Лана сломала мои паучинки. А все, мы можем уходить, это серьезно? Вот, да? Да, сейчас, можем, уходите! Ребята! Все, пойдем. Все, уходим, все, пока, да? Пока! Я успею, нет, подождите! Пощадите, Ульяна! О, нет! О, да, выбралась, вы представляете? Все, 8,5 минут осталось. Это официально самый быстрый результат. А могли бы, в принципе, еще быстрее. А могли еще быстрее. Да, но обалдеть. Давайте попробуем еще быстрее. Ну, можно попробовать. На самом деле, довольно прикольная игра, просто очень непродуманная карта, она очень маленькая, какая-то короткая получается. То есть, все рядышком, все быстро берется, открывается, в общем, как-то так. Да, я очень жду уже обновлений. Ну да, даже можно одному, в принципе, быстро справиться. Я очень жду уже обновлений, потому что мне кажется, что когда они что-то добавят, это будет супер. Например, вот изменят очередность выбора пауком, а то он каждый раз, вы уже знаете, когда он подходит к первому. Так. Видимо, я, это буду я, да. На самом деле в этом ничего плохого. Как бы какая разница, кому он пойдет. Было бы классно, если бы... Фу. Было бы классно, если бы добавили еще карту, например, или бота добавили. А, ну бот есть, но для этого нужно игроку выйти. А, нет, ну именно так вот режимом, как свинина. Ну да, я бы хотела всем вчетвером убежать. Так, ну что, девчонки, давайте. Ну смотрите, я щадить не буду, все. Да. Ого, серьезно, Ёши? Так что у вас 20 секунд, давайте. А, 15. Ой. Your objective, kill. Хорошо, я согласен. Я только что это закрыла. Есть. О, я нашла лестницу. Отлично. Давай. Пошли. А то что-то я как-то побежала и весь первый этаж. И ничего не нашла. Так. Мне нравится, что лестница, как только ты появляешься в комнате, где она ставится, она прям сразу ставится. Ой, так, я слышу звуки. Странные звуки. Я даже видела, что он там запрятался и следит за всеми. Так. О, господи. Не-не-не. Давай-то вот как это... Как не-не-не, если да-да-да? Не-не-не-не! Да-да-да. Нет. Так, ну-ка, двери не закрывать. Двери — это самое лучшее в этой игре. Мы благодаря такому количеству дверей мы именно и убегаем. Так, ладно. А куда это мы хотим пойти? А? Ладно. Что это мы такое хотим? Что это мы хотим такое, а? Лана, что мы хотим? Ключ забирай, не трогай! Нет, все, в этот раз мы никого не щадим. То есть это не скоростная. Это паучина. Уже не скоростная. Так, Ульяна, а ты куда? Куда ты хотела? Ты сюда хочешь? Я никуда, нет. А я там открыла вот эту зеленую. Да, давайте, там зеленое что-то интересное. Давайте, Ульяна, что ты там хотела? Давай. Ничего я не хотела, я тут просто хожу. Ева, куда? Это решение опрометчивое. А нет, не опрометчивое. Хорошо, все, я понял, хорошо. Ульяна,
Ян там ты лом забыл. Лом был, да? Хорошо, я там поставлю. Я же забыла, блин, это было обидно. Хорошо, лом. Так, ладненько, ладненько. А где у нас Ева? Что делает Ева? А куда это ты бежишь, Лен? Ты что хочешь? Ты что-то хочешь? Ты давай, ты мне скажи, что хочешь, а мы поговорим с тобой по душам, там, обсудим. Давай, что хочешь? Не надо, не надо. Ничего не хочешь? Нет, я просто бегаю, где Ева? Разминаюсь. Я не видела. Не видела Ева, да? Я сама не знаю, где я. Да, я знаю, где ты, но я не видела. А, вот ты где, ясно. Ева где? Так, хорошо, ладно, ладно. Ладно, я тогда поставлю тут пока. Ульяна, ты сейчас отхватишь, знаешь. Ульяна? У меня не получается взять. Я не хотела попадаться, я потом пыталась хитрить. Ой, как здравствуйте, здравствуйте, Ева, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте! О, безжалостный паук. Ладно, 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 я попробую, попробую успеть. Успел, да. Успел. Что пощадил, успел? Немножко успел пощадил. Пощадить? Да. Но все, больше щадить не буду. Первый и последний раз! Все, да. Ладно, я один раз пощажу тебя. Один раз. Один раз. Если успею, все, теперь больше не буду. Куда? Так, ну ты все равно не уйдешь. Ты все равно от меня не уйдешь. Или уйдет. Не уйдет. Там ключ, там ключ, там ключ. Ульяна, ты ключ пропустила. А вот он. Давай, я покажу тебе. Давай, вот тут ключ. Возвращайся вниз. О, ты тоже. Сейчас я. А я прям шла уже с фиолетовым ключом. Ключ здесь, давай, давай. Там лом не был применен. Ключ, вот он, Ульяна. Там еще один есть ключ интересный. А который вот второй, который ты сказала. Да, 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 давай, сейчас мы посмотрим. А я Юла, смотрите. Да. Кто-то может за мной посмотреть? Ульяна, может быть. Да, я вижу. А у тебя голова не кружится? Нет, не кружится нормально. Главное, чтобы шиберов не укачало. Я закружилась. Меня укачало. Извини, все, я прекратил. Так, я хочу посидеть вот тут на тумбочке. Может, выше полезть? О, у тебя как раз над тобой паутинка красиво так выглядит. О, это звучит, как будто это обложка. Все. Так, а куда это мы, Ульяна? Ульяна, мы куда это собрались, а? Мы куда это мы собрались? Никуда не собрались? Никуда, нет. Ну-ка, стоп. Абсолютно. Ну-ка, стоп! Ульяна, ты ж, наверное, там не выползешь. Там паутина. Да. О, именно боже! Так. О, боже! Так, я не я бегу, а я уже бегу. Рядом, Ёша уже рядом. Я уже рядом. Давай. Я уже рядышком. Так. А я, ага, я не успею. Ага. А что это вы хотите? А что такое? Что такое? О, что мы хотим? Куда ты собралась, а? Куда ты собралась? Ульяна, ты видела, где эта штука, да? Так, а что это вы хотите? Я видела где-то ключик. Ульяна, она на первом этаже, это та штука, которая тебе этаже, нужна. Да? А, на первом этаже, хорошо. На первом этаже, да? Так, как бы вас перехитрить, уважаемая Ульяна? Вот сюда, прямо, 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 прямо. Прямо, 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 это вы сюда хотите идти? Вот, ну-ка, идите. Раньше, раньше. Взять. Все, дела. Отлично, отлично. Отлично, да, отлично, давайте, давайте. А что? А ты там... Так, а где там Ёж? Где там Ёж? Ага. Где там Ёж? А Ёж там ползает где-то. Я вижу твой подбородок. Я так спрятался в одном месте. Ой, Ёж, ты не учел, что я уже могу убежать? Нет! Нет, я ждал тебя возле оранжевого сейфа! Нет! Вот это нет! О нет, о нет, о нет, ты что? Нет! Вот так вот и щади потом всех. Дразнит еще, посмотрите, дразнит. Отлично! Так, ну что, пауком я побыл, всех не пощадил, сбежал пару раз. В принципе, я считаю эту серию успешной. Да, было здорово. Было весело. Да, мне тоже очень понравилось. Ну, тогда на сегодня все, и всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик не забывайте нажимать, и всем пока! Пока! Пока!